Здравствуйте. Я известный ведущий новостей, любящий свою работу. Кыргызская полиция объявила в розыск единственного человека, который не сдал биометрические данные. Гражданина нигде не могут найти, так как его данных нет в базе. Но помимо серьезной должности, у меня есть несерьезные друзья. И еще странные знакомые. А можно моргать? Ты уже моргнул! Это был пробный. Моргай! В жизни меня все устраивает. Ну, почти все. Мы посмотрели твой эфир с премьером. В общем, он будет подавать на нас суд, если мы тебя не уволим. Извини. И нужно сильно напрячься, чтобы вернуть все на свои места. Никакой политики. Еще один день, еще один прожитый день. Я и мои братья, это те, кто дорожат идеей. Повсюду ямы, кочки, сонные дни, лютые ночки. Парни из портала, эй, папины дочки.